Черт замолчал-то. Если секрет какой-то, а мне как в могиле умрет. Моя фамилия, между прочим, Могилов. Владимир Новиков – народный артист России. Работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, исполнил около 60 ролей в кино. Признается, что наиболее близка роль Алексея Могилова в киноэпопее «Государственная граница». И это, конечно, любимая, потому что она любима зрителям, и столько лет уже прошло, в этом году практически юбилей будет выхода этого фильма, до сих пор смотрят и так далее. За роль чекиста-пограничника Могилова Владимир Новиков был удостоен первой премии КГБ СССР. Он также является лауреатом премии «Золотое перо России» за книгу стихов и прозы. Сейчас артист все больше и больше увлекается поэзией. Вспоминая годы дружбы с Владимиром Высоцким, он делится посвящением ему. Говорил мне, как брату друг, говорил мне, что страх глуп, что у страха глаза велики, как его и мои долги. Трансляцию творческой встречи с Владимиром Новиковым можно было увидеть в прямом эфире на YouTube. В самом актовом зале Дома культуры «Солнечный» зрителей не было из-за ограничений, связанных с пандемией. В финале встречи артист выразил благодарность ее организаторам и, конечно же, своим поклонникам. Если кусочек моего сердца остался через фильм, через стихи, коснется ваших сердец, то для меня это самое большое счастье. 21 декабря Владимир Новиков отметит день рождения. Сейчас, в свои 68, как и много лет назад, он полон сил, энергии и творческих планов. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».